Вот, короче, я и говорю. Сейчас, погоди. О, Света. Привет, Свет. Никит, привет. Слушай, мне срочно нужна твоя помощь. Я застряла в игре. Как это застряла? В какой игре? В Дурс. Тут очень много дверей и очень темно. Я вообще не могу пройти дальше. Я застряла. Никит, ну ты сможешь. Ну помоги мне. Ну, не знаю, чем могу помочь, но... Я постараюсь, конечно. Все, Никит, я больше не могу. Все, давай, пока. Пока. Ты это слышал? Света застряла в какой-то игре Дурс и не может выбраться. Дурс, конечно, я знаю эту игру. Там типа 100 дверей, если нужно пройти. Но это очень сложно. И как это получается? Она в этих дверях запуталась и выбраться не может? Да бред какой-то. А как она нам тогда звонила, если она в этой игре? Откуда я знаю? Ребят, может, вы знаете? Может, Света там в телеграм-канале какую-то новость опубликовала? Ты будешь подписчикам вопросы задавать? Или Свету спасать? Конечно, Свету спасать. Только как? Я эту игру вообще не знаю. Ой, что б ты без меня делал? Пошли. Есть один реальный способ, как попасть в эту игру. И как? Пошли, говорю. Нет времени объяснять. Ну, ладно, ладно. Дим, куда ты меня ведешь? В общем, в этом магазине, по слухам, есть компьютер, с которого, если зайти в Roblox Tours, попадешь в него в реальной жизни. Да что ты гонишь? Не бывает такого. Да я не гоню. Это реально такое. Просто это комп какой-то багнутый. Баги в реальной жизни. Ты это не суразь, это выдумки. Ну, это единственный шанс спасти Свету. Мы должны попробовать. Ладно, где этот твой комп? Вот он, таинственный компьютер этого магазина. Ну и что делать надо? Нужно запустить Roblox и зайти в Дурс. Ну запускай. Что-то мне стрёмно, Дим. Дим, долго нам? Почти готово. Руку на ноут позже. Дим, и чё? Не происходит же нифига. Подожди. О, получилось. Я чё, реально в игре? Никитос, ты здесь? Димон, я здесь. Только я не понимаю. Я не могу с управлением разобраться. Повернись на меня. Как? Ну, как в реальной жизни. Ну, кажется, получается. А, реально. Ничего сложного. Эй, ну ты так не прыгай. Мы не в Марио играем. Я знаю, я просто пытаюсь к управлению привыкнуть. Куда ты? Стой. Все, все, понял, понял. Плавнее движение. Что нам дальше-то делать? Сейчас нам нужно зайти в свободный лифт. Я присел, приколись. Ну и что, ты так будешь ходить на картонах? А как обратно встать? Эй, Дим! А! Все, понял. А зачем нам лифт? Лифт — это как портал для загрузки в игру. Сейчас мы сядем в лифт, и он нас отправит к первой двери. Понял. Тебе нужно выучить управление, мы так не пройдем. Я редко играю. Короче, сейчас будет загрузка уровня. А что делать-то в итоге надо? Проходить из двери в дверь до сотой. А зачем нам сумки? Ну, в сумке мы кладем всякие там монеты, отмычки, хилки, фонарики, свечки. А, понял. Все, проходим. Мы на первом уровне. Нужно найти первую дверь, а потом вторую. Вон первая дверь. Она закрыта. Она закрыта. На двери должна быть табличка с цифрой. Все так просто. Чуть не забыл. А в любой из комнат может попасться монстр. Монстр? Ну или монстрик. Паучок маленький. Если его увидел, прячься в шкаф или закрывай. Понял. О, табличка с номером. Да, это первая дверь. Ну что, тогда пойдем? Она закрыта. Первая дверь всегда закрыта. Нужно найти ключ. Поищи там. А я тут посмотрю. Да. О, вот и ключ. Да. Что-то ты легко как-то ключ нашел. Так это первый уровень, он всегда самый легкий. Просто ключ. А это что такое? Проволока какая-то. Это отмычка. Офигенная находка. И типа вместо ключа можно двери открывать, да? Не, только какие-то кейсы или сундуки. Все, пойдем, у нас нет времени уже. Короче, фигня какая-то. Ой, слушай, Дим, а можно я открою? Ты все-таки вот эти игры играл, а я нет. Ладно, первая дверь для новичка. Как открывать? Ну, просто зажимаешь в игре, а тут не знаю как. Что-то не получается. Дай сюда, отойди. О, открылось. Будем считать, что это я открыл. Будем считать. Так, ну и что здесь? Где Света? Не знаю, в какой-то из дверей. А здесь без разницы, в любую, что ли, можно? Нет, на двери должна быть табличка, а эти закрыты. Да, закрыто. Пошли еще посмотрим двери. Ну, пойдем. Оп, бананы. Не наступай. Почему? Жизнь не потеряешь. Это же всего лишь банан. Никитос, а мы всего лишь в игре. Здесь правила такие. Ну ладно, если такие правила... Значит, не буду наступать. Давай уже быстрей. Да погоди, ты же сам сказал аккуратно не наступать на бананы. Все. Подожди, Дима, а нам обязательно... Вторая дверь. А нам обязательно до сотой доходить? Я не знаю, в какой из них Света. Она не сказала. Давай, пошли. Да вон, смотри.
О, красава, Никита, что заметил. Это вообще имба лютая. Пьешь, и у тебя защита от всех монстров. Навсегда? Не, на какое-то время. Эй, так может не будем ее сейчас пить? Мы штука на первой двери. Мы не знаем, на какой свет. Она может быть на 99-й. И нам это пригодится в следующий раз. Ну, вряд ли свет дошел до 99-й. Все равно оставим это, потом используем. Клади в портфель. Ладно. Так. Где следующая дверь? Вот, смотри, какая-то. Раз, два, дверь. Только они закрыты. На них нет самого главного. Цифры. Да понял, я понял. Так, все, давай по-быстренькому лутаем монеты. Что делаем? Лутаем. Думаю, на геймерском сленге собираем. Понял? Короче, обшариваем локацию и ищем дверь с номером. Все, теперь понял. О, смотри, Дим, карта. Так можно быстрее локацию обшарить. О, это ты молодец. Наша дверь здесь. Там следующая дверь вот здесь. Ты хорошо в картах ориентируешься, запомнишь? Конечно. У меня по географии тройка. Но тройка это же мало. Но это не двойка, уже хорошо. Смотри, монеты. Забирай. О, сохраним. Пошли, Никитос, там следующая дверь. Иду. О, Дим, дверь. Красавчик, пошли. Давай сюда. Знакомое местечко что-то. Ты в игре такое видел? Кажется, да. Так, давай здесь быстренько все осмотрим. Пойдем к следующей двери. Давай. Быстрее в шкаф! Прячемся, прячемся! Двигайся, двигайся! Это монстр Раш! От него нужно в шкафу прятаться! Дим, а почему свет выключился? Это значит, что монстр ушел. Да нифига! Пусть свет включится, я не выйду, когда темнота! Если сидеть долго в шкафу, то тебя другой монстр съест. Блин, Дим, стой! Так, доставай зажигалку. Нет, Дим, там мало запаса. Доставай, кому сказал. Как мы с темноте будем исследовать комнату? Так давай просто дверь в темноте найдем и свалим. А? Доставай зажигалку, я тут. Отлично, давай исследуем комнату. Только далеко не отходи. О, монеты. Зачем они? Нужны. Для чего? Чтобы собирать. Они золотые. А как это поможет нам свету найти? Никак. Ну это монета, такая игра, надо собирать. Ну, ты зачем зажигалку потушил? В ней запас закончился. Я тебе вообще-то говорил! То, что нужно беречь! Я не специально, Никитос. Пошли дверь искать тогда. Пойдем. Ай! Давай сюда, Никитос, за мной. Ай, ты мне на ногу наступил. Ну, это больше мне нравится. Здесь хотя бы есть свет. Ну, я продолжу. Только непонятно, куда идти, наверх или вниз. Не знаю. Смотри, цифра 6. И чё? Это может быть подсказка. Ну, я предполагаю. Какая еще подсказка? Ну, мы сейчас из какой двери вышли? Не помню. На четвертую. То есть нам нужно в пятую. Значит, нам нужно вниз. Пошли. Погнали. Никитос, закрой глаза и не смотри никуда. Закрыл. Там синие глаза. Какие еще синие глаза? И не видеть. Это такой монстр, на которого смотришь, и ХП снижается. Спускайся по поручню. Это ты, конечно, интересно придумал. О, вот синие пятая глаза дверь. Какие-то. Если ты меня обманул, я тебе не прощу это. Вот, блин, посмотрел. Никитос, иди сюда быстрее. Так, погоди, я если что, закрытыми глазами. Ну ты вниз на ноги смотри просто. Главное, в глаза не смотреть. Можно. Все, пошли. Пошли. Никитос, ну пожалуйста, дай хилочку. Не дам я тебе хилку. Ну я в глаза посмотрел монстру, понимаешь? Ничего страшного, это не так сильно критично. Ну давай, пожалуйста. Используем хилку в другой раз, на более важное. Вон дверь. О, вот, 0.6. Закрыл? Да. Куда мы попали? Не знаю, я этого уровня еще не видел. Пойдем аккуратно. Смотри, сколько здесь всего прикольного. Давай смотрим, вдруг что-то пригодится. Прикольно будет, если мы свету найдем. Так может мы здесь что-то найдем, что нам поможет. Ладно, только быстро, давай. Ты сам смотри, я тут. О, монеты. Зачем тебе эти монеты нужны? Они нам еще пока что ни разу не пригодились. Слушай, а может обменяешь мне монеты на хилку? Я тебе уже говорил, хилка нужна на крайний случай. Пока что у нас все нормально. Батарейки. Смотри, что нашел, батарейки. Батарейки бери. Обменяешь на хилку? Нет, здесь тоже монеты есть. И ключ. На, держи ключ. И на тебе монеты твои. И что делать? Бежать. Бежим. Куда бежим-то? Дима, вроде никого нету. Вон там, вон дверь. 007.
Дима, где мы? Вижу свет, походу сюда. Давай за мной. Иду. О, вот. Комната. Вроде здесь безопасно. Так, давай осмотрим, вдруг какие-то монеты есть. Нету. Блин, восьмая дверь, только жесть. Мы так свету в жизни не найдем. Есть идея. Устроим спидран. Что такое спидран? Ну, это быстрое прохождение всех уровней. Сейчас выпьем вот это для защиты и просто бежим. А, чтобы монстры не съели? Ну да. Я первый. Поин моя, поин твоя. Так. Ну что, чувствуешь что-то? Да вроде бы нет. Ну все, выпили. О, кайф. Ну да, вроде ничего. Дим, с тобой что-то не так. О, ты что, светишься? Видимый эффект. О, пропал. Все, погнали быстрее, ты проходить уровень. Погнали. Пока работает. Спидран твой. Коробки. Не знаю, кто-то хочет нам помешать. Ну, вот наша. Это точно следующая? Так, мы до этого на какой были? Ну, вроде на восьмой. Ты смотри, считай внимательно, потому что если мы перепрыгнем номер, то на нас нападет монстр. Ну, здесь только один вариант. Ага. Никитос, ты где? Здесь я, здесь я. Пошли искать дверь. Вон, по-моему, она. Нифига себе. Крутая дверь. Домой такую хочу. Дим, ты так стремительно идешь? Может, посмотрим лут какой-нибудь? Нам свет нужно спасать. Ты о чем думаешь? Да. 33-я дверь. Погнали сразу туда. Осмотреться. Да мы в каждой комнате осматриваемся. Надо уже свету искать. Закрыто. У тебя ключей не осталось? Каждый ключ уникален. Я думаю, ключ от этой двери где-то здесь. Мне кажется, я знаю, где ключ. Где? Сзади тебя. О, вот это находка. Ага, золотой сейф. Может, под зеркало? А, нету. Подожди, у тебя же отмычка была. Точно. Вставай. Умеешь пользоваться ей? Нет, но я думаю, игра как-то сама подскажет. Да там изи, просто Е зажать. Ну, попробуем, только мне нечего Е зажимать. Ну что, там долго? Да сейчас, загружается. Добро пожаловать в богатство. Монеты. Слитки золотые. Да зачем они тебе нужны? Ну, в реальной игре были. И здесь нужны. Я рюкзак позже. Тебе потом с ними неудобно будет. Дима, ставь их. Ну, я один всего лишь. Вдруг они в реальной жизни тоже у меня появятся. Продам, стану богатым. Угу. Ты вначале в реальную жизнь вернись. Света вон застряла. Нет, я все-таки заберу. Вот и ключ. Держи. Здесь еще кое-что. Поважнее твоих слитков. Свеча. О, поможет нам в темных комнатах пробежать быстрее. Кайф. Погнали. Открывай. Стой. Поделись, пожалуйста, хилкой. А то у меня так жизни мало. Да ты достал с этой хилкой. Постоянно ее просишь. Нормально у тебя жизни еще хватит. Ее нужно оставить на самый крайний случай. Я не отдам тебе ключ, пока ты не дашь мне хилку. Чего? Ты оборзел? Там вообще-то Света нас ждет. Отдай. Дим. Мне. Дима! Успокойся ты уже! Чё с тобой? Со мной что? А с тобой что? Зажлобил мне хилку! Ну-ка, погоди. У тебя была хилка? Вторая все это время? И ты хотел забрать еще мою? А я как-то забыл про нее, представляешь? Из головы вылетело. Че ты врешь? Да ладно, я просто хотел на всякий случай тебе оставить, если вдруг с тобой что-то случится. А знаешь что, на, забирай и свою хилку, и мою еще забери. И иди просто открой дверь ключом. Когда мы пройдем эту игру, я больше с тобой не общаюсь, понял? Да ладно, Никитос. Все, я сказал. И Свете я все расскажу. Ну прости. Иди уж. По-моему, это не похоже на дверь. Ну, только если дверь лифта. 35. Здесь тоже 35. А типа в любую? Ну, не знаю, подозрительно. Нам как ни крути, нужно куда-то. Ну, так-то да. Странно это. Угу. Пойдем в эту. Пойдем. Эй, дверь. Я на него посмотрел. По-моему, посмотрел. Ты успокойся. Все нормально. О, 34-я дверь. А почему там тогда 35-е были? Блин. Мы пошли не в правильную дверь. До этого 33-я была. Это была ловушка от игры. Она нас запутала. А ты не мог отследить это? Я тебе говорил запоминать двери. Ладно, пойдем.
Петина комната. А, это, видимо, из-за того, что Света в игре есть, она мыслями как-то их проецирует. Свет, ты здесь? Света? Блин, почему она не здесь? Это же ее комната. Самое логичное было бы. Ни фонарика, ни зажигалки нету. Может, хоть что-то важное есть? Да. Ничего, ну что, погнали в другую комнату? Ну, пойдем. Дима, в шкаф. Шкаф. Дима, ты где? Монстр уже ушел? Дима, Дим, чё? А, вот ты где. Я уж подумал, тебе этот монстр забрал. Не дождешься. Погнали дальше. Здесь пусто. Стой! Опять эти банановые шкурки. Аккуратно. Нет. Только не она. Чё такое? Ты сейчас, главное, не двигайся. Резких движений не делай. Это 37-я дверь. Ну и что? Ты чё, она самая жесткая в игре. Видишь, она двойная запечатана. Ну так пойдем посмотрим, что там страшного. Ты не понял. На этом уровне самый лютый монстр из игры. Он быстрее, чем все остальные. Ну, Света же как-то прошла. Ну, да, я тоже удивлен. Ладно, сейчас проверим, открыта ли эта дверь. О, ты пока проверяй, я вот здесь вот спрячусь. Закрыто. Тогда ищем ключ. Давай, быстрее в темпе, а то сейчас монстр. А ты идет. Уверен, что ключ здесь? Ключ всегда находится в той комнате, где закрыта дверь. Ладно. Дим, здесь нету. Значит, в другом месте посмотри. В каком месте? Здесь нигде нету. Он у тебя. Быстрее бежим в ту комнату, прячься. Аккуратнее, бананы. Аккуратно. Так. А он сюда не сможет зайти? Фиг знает, лучше спрятаться. В смысле? Я посол, ты шкаф. В смысле, фиг знает, ты же профессионал в этой игре. Все невозможно знать. Тим, а что нам теперь делать? Как нам этот уровень пройти? Походу никак. Монстр нас не подпустит. Если мы зайдем в ту комнату, то он нас схватит. Ну как, ты же, люди его проходят. Нет непроходимых уровней. Ну да, в этом ты прав. Есть у меня одна идейка. Какая? Можно попробовать вернуться через все двери к лифту и попадем тогда в реальность обратно. В смысле во все двери в обратном порядке? Типа к первой? Угу. Ну тогда получается, что мы Свету оставим здесь? Ну получается, да. Мы не можем так сделать, она наша подруга. Согласен. Тогда план Б. Я пойду туда один, а ты ждешь здесь. Эй, подожди, ты чего удумал? Вдвоем мы точно не пройдем. Но если один его отвлечет, то у второго будет шанс. Ты, получается, будешь отвлекать? Получается, да. Погоди, а ты вот этот поступок хочешь сделать, чтобы типа хорошим стать, да, сразу? Типа я после этого к тебе относиться по-другому буду? И забуду про то, что ты с хилками меня обманул? Ну, если честно, да. Я надеюсь, что этот поступок меня оправдает. Так разве работает? Да, конечно. Так во всех фильмах, когда какой-то персонаж делает гадость, предает всех, например. А потом совершает какой-то хороший поступок, и все такие, ладно, ты не такой уж и плохой. Ну, система такая. Ну да, вообще, я бы тебя простил. Ну все, тогда жди сигнала. Стой, Дим, а какой сигнал-то будет? Я издам вой гуся, который готовится к атаке. А, ну ладно. Стой, Дим. Чего? А какой звук у гуся, который готовится к драке? Ну, примерно такой. Так. Странно, конечно, ну ладно. Давай, жду сигнала. Как он так делает? Ну и где ты? Yes! Мы сладенькие. Я что, в реальном мире? Я жив. Надеюсь, у Никитоса там все получится. Ну что он там так долго? Ладно, пойду сам посмотрю. Дима! Дим! Дима! Ключ. Дима, рюкзак. Походу, Дима доигрался. Так. Была не была. А это что за место такое? Да, это похоже на место, где есть кто-то страшный. Эй,
Ладно. Света, ты здесь? Какая-то дверь. Не вижу фонарь. Тоже без номера. Фух, здесь еще холодно. Света! 38. Следующая. Не хочу здесь долго оставаться. И что это? О, наконец-то. Ну что, прошу? Где Света? Не знаю, я не справился. Я 38-ю дверь открыл, и меня вынесло из игры. 38-ю? Ты даже до 70-й не дошел. Да я в эту игру не умею играть, ты вообще меня бросил. Я не бросил. Вообще-то пожертвовал собой и дал тебе возможность ее пройти и спасти Свету. Что теперь делать? Ну, давай пробуем еще раз. Еще раз? Ну да, давай. Ну? Не работает ничего. Блин, это не Света. Так. А что нам делать? Что делать? Теперь нужно рассказать ее родителям все. Ты с ума сошел. А какие еще варианты? Так они хотя бы будут знать, что случилось, и, может быть, что-нибудь придумают. Пошли, короче. Ну да, ты прав. И что мы им скажем? Я не знаю. Чего не знаю? Человек в игре застрял. Я что ли в этом виноват? Мне тоже трудно. Я вообще в это поверить не могу. Они взрослые. Просто скажем как есть, и они что-нибудь придумают. Мы так-то тоже взрослые. Что они открывают? Как будто специально. Да не нагнетай ты обстановку. Сейчас откроют. Открываются. Не хочу. Ну что, пошли? Пошли. Страшно. Извините. Здравствуйте. Есть кто-нибудь? Смотри, ее ноут. Это она через него зашла. И, видимо, там и осталась. Я до света, она прям сейчас где-то в игре. Возвращайся к нам как-нибудь, ты нас слышишь? Да. Свет! Мы тебя вытащим, обязательно вытащим, Свет. Ребят, с вами все в порядке? Да отстань, Свет! Вот именно. У нас беда. Я так и вижу, что с вами не все в порядке. Беда какая-то, да? Это реальность или игра? Оу! Реальность? А ты как здесь? Ты же в игре застряла. Ну да, застряла. У меня компьютер завис на 37 уровне. Я никак в комнату не могла зайти. Вот я вас и позвала, чтобы вы мне помогли. А мы думали, в реальной игре застряла. Как в реальной жизни. Чего? Ребят, это вообще невозможно. Ну да, это невозможно. Ну пойдем. Ребят, а вы мне комп почините? У меня игра зависла. Дурс починить, да? Как-нибудь потом починим. На сегодня его хватит. Что это было? Надо почаще с девчонками общаться.